После окончания Парада Победы на главной площади в Махачкале фронтовиков приглашают на торжественный обед. Ветераны в торговом доме «Киргу» – долгожданные гости. Их встречают стройной шеренгой. Для «Киргу» эта акция стала ежегодной традицией. Вот уже 10 лет в этот день торговый дом собирает под своей крышей участников Великой Отечественной. Отложив все свои заботы, работники компании в этот день хотят одного – скрасить праздник фронтовиков. Эти люди очень заслуживают этого. Это их праздник, который, знаете, не зря поет со слезами на глазах. Ведь они сколько много сделали. Они прошли такую трудную жизнь. Вот сегодня мы заметили, что люди на палочках с тростиками ходят. Поэтому компания «Киргу» ежегодно это будет проводить, поскольку мы живы и будем отмечать ее. Столы ломятся от угощений, а на улице гостей ждет полевая кухня. Обыденная для нас, в годы войны эта пища была роскошью. Здесь фронтовики могут вспомнить ностальгический вкус простой солдатской еды. Чем сегодня кормить будете? Гречневой кашей. Через 10 минут уже будем приглашать. А в военное время солдаты тоже вот этим питались? Конечно. Но помимо гречневой каши были и каши. Пшенка была, дробь 16 была, там много-много каш было. Но мы предпочли сегодня приготовить гречневую кашу, чтобы обрадовать наших ветеранов. От компании «Киргу» ветераны получили фрукты и материальную помощь, а школьники и артисты порадовали пожилых людей своими яркими выступлениями. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 35. Спасибо большое.